Нету паладина, да, 8% будет. Парни, а я знаете вообще, что заметил? Тачки проезжают вперед, разъебывают мобов возле босса, и все, мобы перестают бежать, нахуй. Ничего себе. Ты знаешь. Блять, да, нахуй. И еще трэш не чистят на роботе, нахуй, напрямую и похуй. Ну да, ведь. Блять, а квест есть у кого на робота? Да, на. О, Антошка, блять, я знал, что ты лучший, нахуй. Спасибо, спасибо, мне так приятно. Я да на байке. Мотиком сразу загреть этих больших дальних и все. Я чисто байкер. Есть, я. Верните еще раз на робота квест. Ну что там за недобайкер рядом едет, нахуй? В гильдии должен быть только один байкер, нахуй. И кто это идет, нахуй? Это корова Муму, нахуй. Когда? Я Алгалона убил только на Локе, мне надо на Магина. Я буду хвастаться на заводе перед пацанами, что я убил Алгалонова. Да блять, у меня корона походу ебать. Ну, в воскресенье на работу пойду, в понедельник приедет врач брать анализы, нахуй. Там уже будет известно. У меня мама, короче, с короной, нахуй, полторы недели был у мамы, нахуй. Ну... Узнал только вчера, что у меня коронавирус, у меня только вчера взяли анализ. Нормально. И типа, блядь, у меня походу вся семья теперь коронованная, нахуй. Коронавал, ебать. Пацаны, знаете игру с UEFA, нахуй? Ну, типа, камень, ножницы, бумага, нахуй. Вот, второй день жене проебываю, второй день всякую хуйню делаю. Блять, сегодня весь день в магазин бегаю, нахуй. Также мух сегодня убиваю по дому, по квартире бегаю, нахуй. Ой, Диман, завтра будешь? Диман. Блять, подожди, я не слышу, у меня тут помойка какая-то под окном, нахуй, гудит. Мы слышим. Роман, ты завтра будешь? Да, да, да. Если не сдохну, буду, Антон. Да я не должен, я крепкий, нахуй. Зашел дурить тебя. Понял, блядь. О, Владимир красавчик. А вот и Лада не у***ь, нахуй. Так тут вообще Славик поебать, нахуй. Разъебывает. Зерг, зергать и все. Да, он тут... Слава, матери нас. Понял. Я писить хочу, ну ладно, потом сбегаю. Но мне боюсь. На... У нас потому что некоторые, блядь, умники, нахуй, до сих пор еще бегут сюда, нахуй, видишь? Пешком теперь. Ну как вот, ребят, я вообще не понимаю, вы, блядь, чё нахуй? Еще вон здоровый бежит, блядь. Вот, вот все вот эти согрели, нахуй. А у нас Лимончик Афлик? Да все-все. Ну нахуй, хуй тебе не мотоцикл.
Да. Ко мне. А, у меня кто-то сел ебать. Вон, Миша гоняет, нахуй. Чисто на пушке прыгать не будем. Да просто бить этого босса и все, да заберет. Не подъезжайте к нему пока, алё, нахуй. А, выбрал его. Можно ускорение, разрушитель? У меня муха руку грызет, нахуй. Жми, если есть. Блять, кто стаки потерял, нахуй? Ну. Ауга, понял, блядь. Да, блядь, хули там ускорение надо нажимать, я же не мог стоять, да, разворачиваться, блядь. Ну, а тебе постоянно было с того момента ускорение на 20 секунд висит, алло. Нормально идем, ребят, чё вон. Ранится, мразь. Бля, он долго за мной будет кататься, я заебался. Бля, дай ускорение. Какого угла? Слав, я думал, мы в ЦЛК ходим, ебать. Я тоже думал, мы в ЦЛК ходим. А это ульдо, оказывается. Да, там не надо бить. Нахуй нужен этот трэш ебаный. А ты лут, может, поменяешь? Я тоже хочу тебе рецепт паролить, боешку паролить. А я боюсь. Это мне надо, давай. Это мне тоже надо. Как ты там, блядь, распылишь, это боешка на меня. Так, блядь, давай, нормально. Так, друг, ебать. Какой, блядь, как нахуй. Не надо, давай, блядь, нормально стать. Никому не надо. Слава, блядь, что ты закидала, бля, нахуй? Рили, бля, просто так что ли ходим нахуй? Ставь группу нахуй. Ах ты, блядь. Ребят, говоря о ОЭД, чё, зайдём в острокрылую с этим? С Игнис. Если у нас РЛ не поставит группу, то мы никуда не зайдём. Острокрылую с Игнисом после нахуй этого, блядь. Да. Ну вы точно пойдёте, ОЭД нужно, блядь. Давай это, ебать, группу ставь. Боешки рецепты на базу. Но. Мне тоже этим же паролем. Да всем похуй, нахуй. 4 перса и что? Давай, я на АП кричу, ты на ХП кричишь. Ты его даже не бафнулись. Дыру, блядь. Это нихуя не бафнулись. Да я каску дал. Давай группу ставь, ебать. Ну беги нахуй, череп. Че, рецепт будем ролить? Мне этот рецепт нужен. Слайк, давай, блядь.
Бать, док охуевший нахуй. Бомботов взорвите. Чё, дайте Геру, что ли? Развернитесь, разбейте бомботов и хламоботов. Еще идут со стороны. Даунтаун нажал, как он может сорвать. В искру сыграйте быстрее, че вы, ебать. Три, потому что нету. Ну в искру играйте, че вы так долго ее убиваете? Куда? Ближе к миликам веди. Крест, алё, блядь. Карим ты ещё, ебать. В смысле? Ну пока ещё не кончился баф, подальше отдал, чё? Не-не-не, может прям... Батюш, шо тут жаль? Да. Мне тоже. Вы сколько стрелять, да? 10 часов, блядь. Как мне могу нравиться. Бля, у меня какие-то петухи за окном кукарекают, ну. Да. Дети бегают, та-та-та. Охуенно, да? Так как... Ты какого хуя меня притянуло? Боковую очередь поставь. Это... Парни, вот у меня один вопрос. Какого хуя меня в эту лужу притянуло, нахуй? Жарим, говоришь? Не, я метку взорвал. Сволочи, блядь. Слава, ты... Да, бля, поставь ты группу, ты уже заебал. Вот, проебали. Ну, блядь, поставь нормальную группу, ты все, не парься. Да Слава задрачивает специально, нахуй. Но этот лут уже нужно распределять тебе, потому что ты поставил этот. Тебе этот лут нужно будет разраливать. Ты поставил ответственный на этот лут. Тело, щит, ну все, блядь. Пацаны, ставлю стол. Так нам нахуй нужен. Бля, ауга нахуй. Тише, пожалуйста. Я поссать отойду, блядь. ДКшки дай мне. Сейчас рыбу пацанам поставлю. Плечи дай ДКш. Хотя он оделывает. А коту вон дай плечи, лады собираешь на кота. Бить.
А какого калагара, блядь, собрание не прошло? Ух, погнали. Док, крути быша. О, быша. Ой, блядь, быша, на теорию. Кручу Mortal 3 овера, ебать. Знаешь, что такое? Это Mortal, если это нормально. Мы сразу на Алгалана? Нас Вольт не любит сразу на Алгалана. На нахуй. Ремонтников играйте. Блять, я пушил. А. Нет, ну вот, давай по-другому, блядь, но сначала одного моба, потом, блядь, другого, потом пачку. О, блядь, вот это вообще хуйня ебаная. Если у вас комнаты вышли из инста и обратно. Нету комбата, если вы вышли из инста и зашли обратно. Там, блядь, на меня прыгнет. По-любому. Что за долбоёб? Забейте, сейвейте мобов. Хуйню делайте, будет. Пуляйте абс... Саман, иди сдохни, на тебе комбат. Скорее, на ком комбат сдохни? Сейвейте мобов. Ёбаный в рот, блядь. Да тоже комбо повесили мне. Это понятно, блядь, потому что вы рядом стоите. Бля, вот этих двух мобов можно хуярить, я думаю. Все ТВ или два мобас. Давай, тебе эти. Ебать. Будто, блядь, в каражан зашел нахуй на трэш вайпаться. Ну, блядь, можно поаккуратнее, я думаю. Просто аккуратнее пулять. Ничего страшного не происходит, согласен. Просто аккуратнее пуляем, мы никуда не торопим.
Мы, блядь, вообще думали большого убить сначала, а не всех, блядь, пулять. Опа. Зачем всех мобов пулять? Все мешают, что ли? Когда я говорю, мы, блядь, не торопимся, я не говорю, что нужно всех мобов пулять. Но я думал, на мне. Ну, это хуйня. Линковал уже никому не надо. А уги тоже надо. А что, на Алгалона не идем? Блять. А кошатницу когда будем убивать? Угу. Что, через правую? Рыба есть у кого-то? Ставлю рыбу хавать. Закинь мистерию. Да, я потом перенажу. Ебало, меня что задрачивает нахуй.
Я, короче, на локал отнул 2Т4, и у меня почему-то ДПС упал. Не могу понять, в чем проблема. Да я знаю, я типа просто делаю уже ротацию на Т4, и ДПС меньше, чем с ротацией без Т4. Не хочу подходить. Ну, РДД забьют нас, РДД много. Блядь, чуть бовка крашнулась. Я уже зашел, блядь, у меня крашнулась игра. Долго плюсу. Варду плюсики, блять. Долго нахуй плюсуешь, бесполезно. Что за творожок? Да. Да. Блять, подожди, суманите еще раз, хуйня ебаная. Потому что забагалось нахуй. Интерфейс ебучий. Не знаю. Возможно, не факт. А, ну я сейчас быстро сам-то пошлю. Да. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Воин. Да. Ну, Шен, досидим на этом, на Варе, ой, на этом, на ДК, лутай шмот. Да нахуй он тебе нужен, колюш. Батя парировал. Помойка ебаная. Ну-ка, блять.
Слайк, тебя что, продырявили? Понимаю, блин. Чё, заприболел? А, нихуя. Ебать. Ну базара нет, нахуй. Док, крикни, пожалуйста, если. А, да. Если говорили, я, блядь, не вижу, когда он кончается. Мне лень его поставил. Ну я просто это изредка посмотрю на панель был. Ну чё там с дедом нахуй? Стойте. Фантомные боли. Бля, надо билд поменять. Он танкует. Ну, Африком неплохо получалось. Ой, Африком, блядь. Алхоликом. Ну, он это, он пепец. Ну. А в гибриде пробовал, блядь, что-то вообще ни о чем, нахуй. Ну. Там лужа 15 секунд, вся хуйня, лужа заебись, агро как бы подымать. Давай, стопу. Ну, крита будет заебись. Сегодня, блядь, кара стоит, нахуй, 10 ом, блядь, в итоге, сосимба, нахуй. Сосамба, блядь, называется. Ебана, этот ракамакафо, блядь. 10 алышка. Давай, так, давай. Мухи потные. Док, вы это, вы что там, закрыли Оню там? Ходили уже? Какую Оню? Все, пойдем, давай. Просто, если что, я да. Тоже не против. Ебать, ни хрена, блядь, не вешается, ебать, мразь. Да. Я запустил, блядь. А, да, она не вешается. Кидай истерию. Да не, вообще, сейчас, я потом свою нажму. О, еще и крита. А, ну ладно, крит мне не так сильно баф полетели. О, подведи, ебать. Давай. Сейчас он на Сандрочке выезжает. Ну чё, может Геру добить? Не, на поре мы оставим. А ебать. Да вообще пиздец, я подхожу, ну думаю, нету глыб, ебать. А они, блядь, все равно есть. Приз, читай рэп. Ой, блядь. Да.
Миля так уебала. Ну, армс такая хуйня, да. Не знаю, это нечаянно, дай БР. Да дай БР, нечаянно, дай БР. Конечно, ты чё, мы и так убьем. Ох, ебу! Ебать, тафик выпал. Что это там? Что такие? Никому не нужен, ребят? Можно ебать, это, блядь, не игра, это... Плащ. Что такие выпало, ебать, это что, посохи нахуй? Это посохи. Ну, посох. Хороший посох, так. Пиздатый посох. Ну. Ну, бля, я в армсе, я хуёв убил. Да похуй. Вы запылили мобов, я встал. Ой, ебать, Влок ещё и би свой посох выролил. Угу. Амончик, у тебя ж лучше пухи. Ну, куда бы посох выролил? Ну, у него... Мечки. У него... Нет, для Влока это нормально, пух. Пусть знает, что вы агрите. Я бы не носил бы меч Оффенд, который у него. Ну типа локом из подыхнула. Сове и фаермагу этот посох точно не нужен, давайте с этого начнем. Я и не ролил лап. Ну, жарим ролил и жарила сова, типа вам крит важен, а не... Ну типа дух это почти тот же крит, там... Реально. Тебе не даст столько дух крита нахуй, сколько крит. Он даст почти столько же. Ебать, сами рили что ли? О, рили, ну можешь уступить рили. И 32 говна у фэн, ну типа у него. Угу. Типа вот. Давайте, блядь, гулять крэш заебёте. Нахуя магу хоста? Да, за ним все ходят. Слава Валькиры, да, ты чё гонишь, да? Ну, мне не нужен Алока, я хочу мейнпуху и оффлейн, блядь, сыка. Вообще похуй. Не, я хочу больше СПД на Алока. Ты хуя СПД, да. Ну, типа СПД Алока приоритетней. Да, 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 зачем вот этот посох с Валькир, типа, там много статов. Там разница в 40 СПД, кажется. Нет, больше. Больше, я не знаю, я не считал, я чё, блядь, щитовод, блядь, палаш. Щитовод, блядь. Я говорю, я знаю. Смотри, вот посмотри, сколько оффхэн дает СПД, вот это вот разница. Нет, там разница... Ну, ладно. Чарка на 20 больше дает стоп-пуск. На 18, вернее. Так что отнимаю 18 еще. Спрашивается, нахуя им стоп. Пусть КД, то есть только. КД много дохуя, это нормально. Ну, для меня, я хочу с третьего и четвертого босса на Лока и всё. С третьего босса в десятке, с дыркой и предхостовой. Да они вся хуйня пуха, блядь, забейте. Давайте, блядь, разбафывайте. Смотрите, что на мне ноль бафов. Спасибо. Чё, рыбу ставить или чё? Ставь, ставь, ставь. У меня одна вот осталась. Ну, рыбу поставил. Бать, столик ставил в начале инста, нахуй. Лик третий и четвёртый босс. Носовой это хуйня полная, там хоста обузится, хит обузится, СПД будет.
550 плюс 81 чарка. Но на пухе 63 чарка. Да вообще похуй, короче, давайте пуляйте трэш. Стоите. Дырки, то вот это колока, это вообще заебато. Специалисты по дыркам ебать. Ну, это для моего лока, под мои капы, это вообще заебатый, типа. Да, мне на первом КДС пугами, короче, упал этот ебучий посох с валики. Какой-то пидорас, блядь, вообще, типа, не одетый, взял его с роли. Очень обидно было. А потом два КД вообще не видел. У нас вообще никуда не падает. Не расстраивайся. Кто им мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Ну да, я ходил там, ну, типа, что-то тогда здесь вроде на меня было, я сам ходил. Маг, касту дальнего собьешь у мага это. У меня КД, нахуй. Баный дятел. Слава, я дятел. Нет. Один хуй дядь. Мясо кусок, да? Я кассу собью. О, уже посмотри на этот поезд. Кассу собьешь? Да. Мага разведите. Блять, он красивый, нахуй. Отбежать просто можно вообще легко. Он топнул. А почему там по стенке надо бежать никогда? В центре замораживания. Ловушки, блядь. Да, блядь, убейте пропускачки. Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Я нахуй сюда, как всегда, мне похуй. Лево, право, ноги, ну вы сами, блядь, знаете. Чё, Геру? Геру, да? Геру и поставь тотемы в центр, пожалуйста. Защита природы, там, лед, поставь тотемы шаман. Что вообще все заебато было. Да потому что нихуя не стоим. Ни защита ни от природы, ни от тогда нихуя не стоит. Она задрачивает меня, почему она в меня дождь хуярит?